Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня мы с вами поговорим о перце, который называется Twilight Chili, что в переводе обозначает сумеречный чили. Вот такой вот шикарный куст Twilight Chili. Вообще необычного окраса такие плоды, фиолетовые. Потом в конечном итоге они начинают желтеть, потом становятся красными. Вот такой шикарный куст с разнообразием цветов. Цветовая гамма: красные, желтые, зеленоватые, фиолетовые. Высота куста около 40 сантиметров. Размер перчинок где-то сантиметра полтора. Очень обильно плодоносит. Шикарный куст. На кусту можно видеть и цветы, и плоды разных цветов. Это одно из самых неприхотливых растений. Срок созревания этого перца 80-90 дней. Он подходит как для открытого грунта, так и для подоконника. По шкале Сковила это не очень острый перец, всего 2-5 тысяч единиц. На одном кусту созревает до нескольких сотен перчинок. Этот перец хорошо подходит для консервирования. Можно целую перчинку применять в консервировании или огурцов, или томатов. Вот на этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите на мой канал, буду знакомить с другими сортами острого перца.